Всем привет! Минфин предлагает ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает Russia Today на русском, в следующем году к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Помимо этого, речь идет о Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Республике Башкортостан. Ранее ввести такой налог по всей стране предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На этом пока все. Еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!